Благодарственные письма и медали за выдающийся вклад в развитие Кубани руководителям интернатов, специалистам центров занятости и начальникам отделов Министерства соцразвития вручила заместитель губернатора Анна Минькова. Она рассказала, что руководство региона высоко ценит работу каждого труженика соцблока. В крае их 30 тысяч. На ваших плечах сегодня 1,5 миллиона человек. Это, безусловно, гигантская нагрузка. И мы отдаем себе отчет, какая сложная у вас работа. Сегодня 1,5 миллиона человек – это инвалиды, пенсионеры, ветераны, дети из многодетных семей, малообеспеченные семьи. На самом деле нуждаются в том, чтобы вы в буквальном смысле взяли их за руку и сделали их жизнь лучше. Вы выбирали свою профессию сердцем, я абсолютно точно в этом уверена. И я хочу вас поблагодарить за то, что вы эту работу делаете на отлично. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сегодня наградили и отличившихся на краевом этапе конкурса лучших работников учреждений социального обслуживания. Два победителя отправятся представлять наш регион на всероссийском этапе в Москве.